На встрече много говорили о достижениях саровских спортсменов, о стремлении к победе и упорстве на тренировках. Ребята признавались, что перед соревнованиями они ежедневно занимаются по несколько часов. На сегодняшний день среди бадминтонистов с нарушениями слуха есть даже призеры международных соревнований. Вы, самое главное, не должны никогда бояться побеждать. Вы должны обязательно бороться, находить в себе внутренние силы. И тогда все у вас будет хорошо. Максим Коляскин занимается плаванием 3 года. На соревнованиях для детей с ограниченными возможностями здоровья с мальчиком давно считаются все соперники. И все потому, что спорт в жизни Максима занимает одно из главных мест. Ну, потому что я люблю спорт, занимаюсь спортом, хочу первое место занять. По Олимпиаде, по чемпионату мира, съездить в какие-то другие страны, чтобы получить первое место. Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, соревнования российского и областного уровней. Медали, награды у саровчан есть во многих видах спорта. И все они по-настоящему ценны. Вклад спортсменов в результат своего труда, он очень большой. А еще больше вклад ребят, у которых есть какие-то ограничения, которые преодолевают себя и добиваются в спорте больших, высоких результатов. На церемонии награждения каждому из ребят вручили специальный подарок – смарт-браслет. Подобные встречи перед Новым годом еще раз подтверждают тезис, что спорт в Сарове доступен для всех. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.